Новые виллы отличаются дизайном. При проектировании выбрали эко-стиль. В интерьере преобладает натуральное дерево. Оно и в декоративных вставках, и в напольном покрытии. Учтены и мировые тенденции. Собственный бассейн с подогревом, живописная терраса, обустроенное место для барбекю. Все эти удобства находятся на территории Александровского парка. Сейчас к сдаче готовы 6 апартаментов. Это достаточно высокий уровень комфорта, 5 звезд. Я думаю, что будет большая популярность пользоваться в нашем регионе. Значит, впоследствии будет построено еще ряд таких домов. Общий объем инвестиций составляет порядка 250 миллионов рублей. Первыми новые виллы увидел губернатор Алексей Русских. Намеченный план по модернизации парка. Его презентовали за круглым столом. Комфортный пляж летом, большой каток зимой. Для детей – игровые зоны, для взрослых – уютные беседки. Эти изменения ожидаются в ближайшие годы. Зона беседок выполнена из натуральных материалов с применением классических элементов арок. Так как наш парк пользуется огромной популярностью для проведения выездных регистраций брака, в новой концепции мы решили сохранить эту же традицию и также продумали новую зону для регистрации. Это не единственный объект, который привлекает гостей в Ульяновскую область. Туризм развивают за счет уже существующих турбаз зон отдыха. В регионе открыто 20 кемпингов и глэмпингов. И это не предел совершенства. Ежегодно будут создаваться по 7-10 объектов. С финансированием помогают федеральные коллеги. В нашем регионе туризм продолжает активно развиваться. По итогам прошлого года общее количество туристов и экскурсантов, которые приехали в наш регион, составило 500 тысяч, что сравнялось с высокими показателями до пандемийного периода. За высокими показателями стоит большая работа рестораторов, управляющих, директоров, пиар-менеджеров. Лучшие в своем деле получили от главы области благодарственные письма. Особыми наградами отметили победители конкурса «Лидер туриндустрии». Самое главное для нас – это наш гость. И все, что мы делаем для наших гостей. Вкусно кормим, замечательно расселяем. Это награды всей команды. Расширение инфраструктуры, мест отдыха – плюс не только для туристов. Одно из последствий – привлечение новых людей в отрасль, увеличение рабочих мест. Все ради главной цели – сделать город еще более притягательным. Даже в трудные времена создать комфортные условия для людей, чтобы те могли оставить все свои переживания хотя бы на пару дней. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.